Ну, я бы не сказал, что у меня есть именно русская народная песня. Я в детстве мы играли «Среди долины ровные», была песня «Полюшка, поле», та-да-да-да-да, та-да-да-да-да. Вот это очень здорово. Но это, по-моему, песня тоже считается ли она народной, я не знаю. То есть раскинулось море широко, и волны бушуют вдали, товарищ, мы едем далеко, подальше от русской земли. Не знаю, можно ли ее тоже назвать народной, просто, наверное, она очень как бы популярна еще с тех времен. Да? Мне очень нравятся песни военных лет, их дороги там, или еще что-то в этом роде. Или «Прощай, любимый город». Просто хорошие мелодичные песни. Я считаю, что ну, скажем так, это лишает нас определенной силы, если мы не знаем свою родную культуру. Потому что если мы в этом поколении не будем обращать внимание на свою родную русскую культуру, то через одно-два поколения мы здесь будем иметь людей, которые вообще не будут понимать, кто такие русские люди. И для этого, конечно, нужно пропагандировать народную песню обязательно, но делать это нужно хорошо и грамотно. Вот, например, я был в Сербии, там очень сербские народные песни в большом почете. Это люди звезды первой величины. А у нас почему-то нет звезд первой величины, те, которые поют русские народные песни. Я считаю, это не очень хорошо.